Ю, всем привет, братишки мои, сестренки мои и все остальные на видео заходящие. С тобой, как всегда, и отец Шиморо. И добро пожаловать в Survive the Nights. Значит, мы с тобой продолжаем наше приключение. На этом месте я остановился. В этом... Офигеть, игроков. В этом доме, короче, очень много. В этом в доме... На этом сервере очень много людей. И у нас с тобой очень много дел. Значит, ты мне ставишь лайк, говоришь, отец, я хочу еще. Продолжай играть в Survive the Nights. Значит, и я решил продолжить. Сегодня мы с тобой должны найти пассатижи, пережить ночь и получить от этого удовольствие. Мы с тобой находимся в городишке, который, соответственно, неплохо так выглядит. И поэтому мне кажется, что вероятность того, что мы найдем сегодня пассатижи... Так, я хочу топор взять. Дай мне топор, пожалуйста. Shotguns, rifles, handguns, мили. У меня в миле только деревянная дубинка. Подожди, а чего, у меня топора нету? Мне нужно скрафтить топор. Так, значит, вот. Поэтому я решил продолжить и посмотреть, что у нас будет появляться здесь и получаться, как говорят. Разводной ключ у нас есть, машины чинить. Лопата, молоток. У нас нету топора. Нам нужно заебашить с тобой топор. Так, теперь у нас есть топор. Да, деревянная дубинка, деревянная дубинка. Флешлайт, топор, все. Имеем топор, значит. И имеем место побеждать. Мне нужны плоскогубцы. Да, пассатижи, плоскогубцы, неважно. Значит, и сегодня мы с тобой будем пробовать занять себе жилище. Топовое какое-нибудь. Запереть там дверь, чтобы ни один игрок не смог в него попасть. И, соответственно, будем действовать дальше уже по осознанию и по наитию, как говорится, да. Игрушка охуенная, в игрушку интересно играть, поэтому хотелось бы узнать о ней больше. Посмотрим, какие дома заняты в этом городишке. Может быть, здесь реально кто-то живет. Кто-то кричит, блядь. Хуять, мне солнце светит. Солнце светит прямо в глаз! Интересно, найду ли я какого-нибудь игрулю сегодня? Заперто? Нет. Блядь, эти дома не заняты. Я не думаю, что многие предпочитают жить в таком городишке. Что это было, блядь? Мне нужно найти свечи, кстати, для автомобиля. Кого ты долбишься, нахуй? Сэр, уважаемый! Кстати, в них пассатижи, интересно, можно найти? В зомбах. Вот, поэтому не забывай поставить лайк, если ты хочешь еще, чтобы мы с тобой повыживали в Survive the Nights, потому что мне интересно на нее посмотреть плотненько и полностью. Что-то сервер как-то странно себя ведет. Блядь, а что у меня... Что, пинги такие ебанутые? У них у всех пинги ебанутые, или это у меня пинги ебанутые? Когда на сервере 20 человек, все, пизда? Ой, ебать! Это лаги! Господи, нахуя я сюда зашел-то, блядь? Кони с тропони, блядь. Сервакам пизда приходит, короче, игра не выдерживает. Ладно, нормально. Главное, что в PvP никак это не сказалось, да, чтобы мы с тобой, если что, кого-то встретим. Вот в гараже! В гараже, по идее, по логике, можно найти пассатижи. Может быть, осмотреть все гаражи в этих домах? Здесь мы можем... Опа, нихуя себе, блядь! А кто-то здесь ночевал? И дрова там лежат? Еще кто-то зашел на сервер. Дрова же, да? Нет, 0 из 100. Но в домике в этом кто-то ночевал. Вон машина стоит, кстати говоря. Интересно, блядь. Спальничек такой поставил себе, блядь. Родненький, блядь. Тихо, нахуй. Наверное, на спальнике просто челик закрепился. Машина в рабочем состоянии. Организовать что-то можем здесь? Open engine. Сольем топливо отсюда. И здесь ничего нет, машину облутали. Сука. А что, лагает так? Мне нихуя не понятно. Почему пинги такие у всех высокие? Вот это вот очень странно. Ну, видимо, какие-то технические проблемы. Так, короче, значит, идем дальше. Странно, машина облутана, да? В ней никаких запчастей нету. Но топливо до конца не слили. Может, в канистру не влезло? Лаги, конечно, что-то неебические. Еще один спальник.
Пожалуйста. Люди здесь закреплялись. Люди здесь закреплялись. Это что такое? Вот это гипермаркет какой-то? Блять. Все, что мне нужно, это пассатижики найти, чтобы было заебись. Пассати... Плоксогубцы найдем, сможем с тобой выбрать себе дом, соответственно, и его застроить. Ну, с такими лагами, наверное, пиздячелого у нас не получится. Где у нас налобный фонарь? Бам-бам-бам. Тихо. Дегидрейшн. Кстати, мне нужно попить. Мне нужно попить бинт, фляга воды. Напиток. Так, попили из фляжки. Хорошо. Фляжкой мы наполнились. Батарейки АА. Где у нас... Налобный фонарь включить. Блять. Здесь, скорее всего, всякие... Всякая ткань и прочее, да? Скрэп-метал мы здесь находим. Сервер отлагал? Блять, нихуя, он еще сильнее лагать стал. Здесь кто-то кого-то черепыжил. Прямо на этом столе. Это по ощущениям. Flashlight battery low. Блять, ну пожалуйста, ну плоскогубцы, мне нужно закрыть свой дом. Блять, может быть, мы встретим кого-то здесь? Может быть, кто-то сюда придет? Слушай, а может быть, такой склад, блядь, себе поиметь? Слушай, а когда орда пойдет, что нам делать? Если, например, я... Я кого-то слышал? Это курочка. Можно сбежать на крышу, в принципе, да? Они пойдут снизу, и тогда их ебенить. Скоро орда придет, а мы с тобой где-то лазим в непонятных ебенях. Кабинет на чайника. Что-то здесь есть вообще? Classic Desk. Здесь уже лутали. Блять, ну мне бы на самом деле найти... Мне бы найти плоскогубцы. Чтобы я мог... В толкане есть что-то? Открыть, искать. Можно и в толкане что-то прятать? Что-то мы здесь ничего не нашли вообще. Опа. Время горит. Кто-то костер здесь ебашил. Ебать, кто-то уютное себе место сделал. Это Player Storage! А, нет. Это место никто не занял. Я кого-то слышу. Ну пошел нахуй. Так, мы еще нашли с тобой патрики. Сейчас заебашим патрики. Сука. Орда. Орда придет сюда. Сука. Предлагаю пережить наверху. Это что? Гриль? А я могу костер? А вот, ага. Здесь тоже кто-то готовил, блядь. И гриль себе сделал, понимаешь? Куриное мясо сырое. Давай пожарим мяско, пока у нас ночь. Бля, прикольная игра сделана, да? Своя атмосфера такая есть. Уют, как говорится. Это мой уют. Здесь меня украдут. Смотрим. Есть ли включенный свет в каких-то из домов? Если где-то есть включенный свет... Тихо нахуй, себя не жарь. Орда идет. Сука, орда идет. Они идут. Орда прибыла. А я мясо жарю, блядь. Заебись. Я пока перекушу, нахуй.
Они идут за мной, блядь. Я готов, блядь. Давайте, это дверь. Или не это. На нахуй, вот так сделаю. На нахуй, блядь. Они ж поджариться могут, наверное. Уважаемая Орда! Приглашаю вас! Они уже здесь. Блядь, как же страшные звуки они сделали. Ой, господи, блядь, прошу прощения. Ты тоже испугался, да? Ничего страшного. Сука, какая. Они правда горят. Нихуя, какая фишка-то, ебать. Прикинь, так можно зомби жарить, нахуй. Пахнет жареным, блядь. Все, название серии есть, блядь. Пахнет жареным. Где там Орда, блядь? Пиздуйте сюда, нахуй. Сделаю вас на гриле, блядь. Кому запеченного зомби, ребята? О, бежит нахуй. Мой клиент, здравствуйте. Блядь. Ну, загорелась она. А чё по ХП, интересно? Почему так лагает сервер? Что ж такое-то, а? Налобный фонарь. Запрещать. Батарейка. У меня должна быть батарейка. АА, вот она. Использовать. А как я их Миледи? Пожалуйста. Следующий! Заходим, не стесняемся, ебай! Не толпимся! Жареные зомби! Нихуя я придумал. Конечно, не я придумал. Но, блядь, я использую. Ладно. Вот так вот и присваивают, нахуй. Человек гриль поставил перед дверью и так Орду переживал. А я этим пользуюсь, понимаешь? А как мне заряжать фонарь-то теперь, блядь? А, смотри, мы его включаем. И потом батарейки АА использовать. Нет? Запрещать. А вот батарейку добавить, смотри. Оп, и я добавил батареечки, вставил в него. Все, я понял. Уважаемая Орда! Вам сюда! И вам пизда! Уважаемые господа зомби, проходим, не толпимся. Блять, они что-то рычат, а хуль толку. Так, есть какие-то свет? Свет в домах. Давай посмотрим, все вокруг осмотрим. Никто в городе, кроме меня, не выживает больше, насколько я вижу. Ты же тоже света не видишь нигде? Вон там запеченная печь, смотри, вон вдалеке. И вы там, наверху, это лагерь. Кто ебет меня? Пожалуйста, сэр. Еще один зомбарик, нахуй. Вон там, смотри, кто-то жарит что-то, блядь. Это, по-моему, в лесу находится костер. И там челик хуярит зомби и бегает вокруг костра, видимо, да? Но никто не зажег ни едино. Вообще все дома пустые. Давай там посмотрим, что. Эй, вы там, наверху! Я с зомбятинкой сегодня к вам приду. А у нас заебись! Ой-ой-ой. Ой, мне страшно. Блять, у меня больше нет дров. Похую организую, блядь. Господа, ордынцы, блядь. Зомбятинки, блядь. Сколько вас, интересно? Почему не проходит Орда? Почему так долго? Их слишком много сюда припрется, да? Это еще не Орда, у меня еще левел очень маленький. Переебано. Пинги на сервере какие-то бешеные. Я не знаю, может быть, у меня такие пинги. Но я перезаходить не буду, потому что... Вроде бы у меня с инетом все было гуд. Уважаемый! Вы ко мне? Да, лаги пиздец. Не знаю, с чем связано. Были пинги... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кого ебут? И вы там, наверху. Я слышу.
Кончай долбиться, брат! И нихуя непонятно, понимаешь мне, сколько зомби еще осталось в округе. Вот радостные идут. Так, ну это уличные. Братик, братик, я понимаю, что я у тебя еще не прогрузился. Вот, левел мне дали. Бля, меня так разъебут, я чувствую. Блять, они все идут сюда! Сколько еще орды? Почему таймера нету? А у меня дров нету нихуя, блядь. Вот я радостный, блядь. Заходите, пожалуйста. Сука. Здесь кто-то забивал, смотри. Окна. Здесь кто-то выживал в этом домике. Этот домик чей-то имелся. Блядь. Почему орда не проходит? Почему орда не проходит, блядь? Он такой, блядь, бежит радостный, блядь. Здравствуйте, сэр, здравствуйте. Мы вас ждали, сэр. Ёбаный пинг, блядь. Слишком много орд на сервере или чё? Смотри, не проходит и всё. Да не рычите, нахуй. Да, всё. Ебать жестко. Чтобы спрогрессировать, мне нужно убить всех зомби-ордынцев. Короче, скоро утро. А я не всех пизданул, походу, из орды. Здесь, наверное, где-то есть еще. Типа, чтобы... Too fatigued. Так, я слишком устал. Ах, ах. Вы из орды? Кто там убегает, нахуй? Слышь? Ребята, вы из Орды, нет? А, все, инкрист. Все, заебись, мы пережили это. Теперь у нас левел 5. Ордынской зомби. Блять, пизда, нахуй. И Wooden Club, пизда. Мне нужен топор срочно. Куда ты скачешь, блять? Я еще перегружен очень сильно. Короче, мне нужно плоскогубцы, чтобы, соответственно, я мог хоть чем-то заниматься, хоть как-то строить. А вот дерево, кстати, где я могу достать. Дерево можно в таких разъебках найти. Вот еще one wood у нас found. Отвертка, молоток. Шотган, райфл, смили. Че с луной-то, блядь? Топор создали. Дубинку создали. Флешлайт. Райфлс у меня нет. Шотганов у меня нет. Флешлайт нет. Здесь у меня только деревянные... Блядь, куда я иду? О, топор. Блядь, а там что за поцелуйчики? О, ебать, здесь кого-то трахали. Здесь чел жил. Возможно, отчерепыжили челика. Там в доме видел, сколько людей? Видел, сколько там? Радостный, блядь. Кого здесь? Здесь ебли кого-то, не? Мне кажется, в этом доме кого-то ебли. И, возможно, хуй внутри спрятался. Боится. Где-то тут. Ну и детская, смотри, комната. Почему? Почему здесь было много зомби?
Возможно, здесь был черепыжик, он сбежал через окно, скорее всего. Но он не жег ничего. Возможно, у него не было дров. Я хуй его знает, как это работает. Фонарик, кстати, мне больше не нужен. Налобный... Нет! А, не, нормально, все, можем взять. Я думал, блядь, оно пропадет, понимаешь? Мы это просто можем скинуть куда-нибудь. Выскиваем тут, скрэп-металлы находим. Блядь, ну плаксогубцы, пожалуйста. Ну все, что мне надо, блядь. Это пласкогубцы, плаксогубцы. Запеченная фасоль. Приходи на антресоль. Короче, в этом городишке, да, нихуя никого нет. Это однозначно. Вот это вот что такое, блядь? Hardware Store. Вот у нас есть магазин. Вот тут здесь по-любому кто-то живет. Вот в этом райончике. Туда мы будем двигать сейчас. Но, скорее всего, ребятюньки, которые, соответственно, у нас с тобой имеются на сервере. Мне бы, блядь, дом... Блядь, ну, чтобы мне нужно найти плоскогубцы, короче. После этого мне нужно найти место, где я хочу жить. И потом уже жить, соответственно, в этом месте. То есть... А в каком месте находить плоскогубцы, нихуя непонятно. То есть мне вот это вот ни черта не ясно. Сейчас мы пройдем туда наверх, посмотрим. Хотя, в принципе, вот я в городе. Есть большой город. Можно туда направиться потихонечку. Древесинки можно наебашить, в принципе, и так. Чтобы она у нас была. Хуй его знает. Сейчас пройдем сюда. Кэмпграунд. Карлот. Вот Карлоту пройдем. 1000 метров у нас получается. И здесь мы должны будем встретить всякие... Вот он, одинокий домик, блядь. Деревья срублены вокруг. Очевидно, хуй, который там живет, он, скорее всего, что-то заколачивал. Ну, то есть он древесину собирал для того, чтобы заколотить домик. Потому что, видишь, деревья все повырублены к хуям. Дай-ка его лишу, нахуй, древесинки еще здесь, блядь. Надеюсь, он мне не припиздюлит. Пинг потихонечку падает. Но на всем сервере такой пинг. Не знаю, с чем связано. Надеюсь, пиздюлинг он мне не накидает, этот мальчик. Может, он и не здесь. Утро у нас. Ну что, бревно, блядь. Хуярим. Заебись. Инвентарь фулл? Чё, блядь? Чё я могу повыбрасывать? Не, нихуя, гвозди я заберу. Так, гвозди я забрал. А, что я могу выкинуть? Грязную ткань? Нахуй не нужно. Пустую банку. Выкидываем, да, пустую банку. Короткий масляный фильтр. Карбюратор древесина. Рамен ебанем. Поедим. Это человек-китайский ресторан был, который я пизданул в прошлый раз. Увлажнение мне нужно. Блять. У меня еды нихуя нет. Фляга с водой грязная, ее нужно прокипятить. Почему я бревно-то не могу? У меня очень много металлолома, да? Раз... Два. Петарды выкину. Карбюратор. Что у меня еще? Свечей мало. Металлолома мало. Все. Пикедап 6 вуд. Значит, мне нужно сейчас прокипятить воды себе. Собрать воды у кого-нибудь, да, на райончике. Курочка бегает. Здесь никого не было. Двери не заколочены. Почему не могу добавить дров? Сука.
Я здесь зажечь ничего не могу. Сука. Вот я попал, ребята, блядь. Можно костер, конечно, заебашить, да, по идее? Вот создать костер. И у меня должен появиться костер. Костер. Разместить. Почему я не могу его разместить? Во. Failed to move wood. У меня дерево вообще есть? Не понял, блядь. Древесина. Есть. Move it wood to campfire, все. А как мне пожарить теперь? Ой, блядь, на открытом огне хуярить, что ли? Ой, фляжку мне нужно. Фляга, 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 фляга. Грязный. Фляга с грязной водой. Разместить. Она так кипятится, да? Ну, что-то лаги, конечно, пиздец, если честно. Это просто что-то с чем-то. Это очень неприятно. Но я ждал, чтобы попасть на этот сервер. Что-то все сервера, блядь. Вот прихожу играть куда-нибудь, да? И просто пиздец какой-то. Я потом поиграть не могу. В смысле? Давай, грязной. Как оно? Куда она пропала? Фляга чистая взять. Не обожжёшься? А где вторая, грязный? Лол, она испарилась! Где моя фляга, нахуй? Сука. Я проебал флягу. Вот я пиздец. Вот это лампиздос. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, может, кого-то встретим, кого-нибудь выживальщика. Короче, я не знаю, где плаксогубцы брать. Плакса. Плакса, губцы. Плакса с губами. Дверь мне запили. Может, кого-то встретим здесь. Хотя, блядь, это отчаянные попытки. То, что я нашел на прошлой серии челика и припиздюлил его, это было очень замечательно. Вероятность найти человека в этой, на таких серверах, да, когда сервер большой... Локации просторные, большие, да. Мне кажется, крайне низко. Но где найти плоскогубцы, вот в чем вопрос. Дымится, сука, костерок-то, ебаный стыд. Это значит, что совсем недавно здесь кто-то готовил. Надо бинтов заебашить на самом деле. Что у меня по хапульке? Я бы перебинтовался. Общее здоровье у меня на таком вот уровне. Челиков я не вижу. На районе... У меня 32%, кстати. Оружие, да, револьвер. Мне бы винтовку найти какую-нибудь. Было бы удобнее, мне кажется. Ну, чтобы на дальних дистанциях. С ревика нужно ближе подходить. Хотя помнишь, мы с прошлым челиком, которым воевали, да, которого я зарейдил. Мы ему револьвером в еблет один раз выстрелили. Да, то есть он, видимо, не почувствовал этого выстрела. Это было очень странно. При том, что это был еблет-упор. То есть там расстояние было метр. Да, то есть через окно. Помнишь, когда я стрелял? То есть, получается, ваншотки нету здесь. Хитбокса головы в игре точно не присутствует. Посмотрим, попробуем сейчас завести автомобиль. Может быть, у нас получится. Как бы хотелось посмотреть на тачки в этой игре. И найти, наконец-то, дом какого-нибудь залутыша охуенного. Понимаешь, охуенного парня, у которого все построено. А ты кто, нахуй?
Нормально все. Опа. Видел, как рука, блядь. Пойдем от них убегаем просто. Посмотрим, есть ли там спаун автомобиля. Где же вы, ребята, блядь? Где же вы живете? Не знаю, кстати, разговаривать в игре можно здесь, нет? Здесь, наверное, нельзя болтать. Блядь, пинг такой же. Иван, Дестрой, Бен. Блядь, дохуя людей. И все прокачанные. Смотри, у меня 7 уровень, у них десяточки, блядь. Живут же, строятся, значит, все должно быть заебись. Значит, ребята имеются в наличии. Вот, сука. Здесь нету тачки. А вот это что? Ёбань! Походу, у меня тачка будет! Сейчас я ебасосины накидаю здесь. Давайте, родные, блядь! Папе завестись надо, блядь. Блядь, это маленькая машинка меня заводит, реально. Мне кажется, это удобно. Вы кого пиздите? Вы с кем, блядь, воюете? Они в пустоту били, и мне урон приходил, понимаешь? Ебать, у меня еще одна рука вырастает, заебись. Я гору, нахуй, из Mortal Kombat. Так, подожди-ка. Давай теперь проверим ебасосину. Ебанину, точнее. Ебасосина — это лицо. А ебанина — это неизвестный предмет. Ну? А здесь движок-то вообще есть-то, блядь? Установлен? Please, yeah, open engine. Здесь должно быть 4 свечи. Вот, я могу перенести 2. У меня есть все, но здесь нихуя нет. Эту машину высосал кто-то, блядь. Вот, сука. Ни одной тачки нету, мне нужно больше всего. Здесь можно найти типа что-нибудь типа свечи? Not enough inventory. Петарды я же выбрасывал. Древесина. Канистра 2 из 20. Канистра 0 из 20. Выбросим канистру 0 из 20. Она мне нахер не нужна. Блять, найти бы притарчик на самом деле, что-нибудь. Эту машину уже кто-то, сука, себе забрал. Ну, точнее, снял с нее всю хуйню. Либо оно так... Вон еще тачка есть. А вот здесь могут быть плоскогубцы, по идее. Ну, просто в этом есть логика. Почему ничего на полу не валяется? Валялись же предметы на полу в большом количестве, когда мы с тобой только начинали играть. Сейчас я вообще предметов на полу не вижу. И ты знаешь, мне кажется, я знаю, почему я нихуя не вижу их. Потому что, блядь, 20 человек на сервере, все уже пробежали, залутали, нахуй. Тот складирует у себя на базе, скорее всего. Что там? Нихуя, все пустое, все тачки. Все тачки, ребята. Кто-то знатно трахает этот сервер. Вон там оружие, смотри, есть магазин какой-то наверху. Можем отправиться туда. Ну, я знаю, кто трахает этот сервер. Другие игроки, которые сюда наплывом пришли, блядь, мешают мне выживать. Надо найти богатенький дом, блядь, и зарядить его. Челика, который себе это все складирует. Здесь нихуя нету вообще. Может, предметы из-за пинга не прогружаются? Я не знаю. Может, баг какой-то? Сука! Блять, вот в этом баре пиздато жить было бы. Здесь нету окон, которых выбивают, да? Ты по факту баррикадируешь одну дверь? Да, а, нихуя себе. Можно частично жить.
каком-нибудь таком месте. О, канистра. Предметы есть. Накидано что-то. Это хуй какой-то раскидывал, видимо. Нет, не хуй. Так, у нас прогресс. Мы нашли целый магазин. Блять, который нас будет ебать! Да-да. Я сам лагаю, я понимаю. Сука. Нормально, я меняю позицию, ребята. Ра, блядь. Где моя, блядь? Где моя, блядь? Бензопила, блядь, моя. Пизда вам нахуй, блядь, маленькие, блядь. Я лутаться хочу, блядь. Нравится, блядь? Вот и все, нахуй. Кто выебывается там? Морковь консерва. Суп из моллюсков. Здесь еды очень много. Скрэп-металлы. Это все консервы. Сардины. Канистра. А насколько она... Маленькие, блядь. Лаги такие же, сука. Так, логично, да? Здесь мы находим, получается, в таких магазинах еда. То есть это заебись. То, что там все прогрузилось, и никто этого не лутал. Видимо, из-за кучи зомби, я не знаю. Либо оно резнулось. По факту ничего... Нихуя вы спрятанные, ребята. Родненькие, блядь. Опа, нихуя, притар. Фонарь. О, я могу прикрепить фонарь к оружию, написано было. Это заебись. Ну-ка, пистолет. Могу я его сюда припиздюлить? Револьвер. Револьвер. Болезнь. Вы заболеваете, съев сырые или протухшие продукты. Сука! Гайд, это все замечательно. К револьверу, естественно, я фонарик прикрепить не могу, видимо, только к винтовке какой-либо. Блядь, ну почему малышата ребята не бегают здесь где-то рядом? И можно ли здесь построить просто свой дом? Ну, типа, знаешь, из говна и палок, как в The Forest, либо в подобных выживалках. Сейчас мы сла-саса-пасасе делаем, да? Возможно, кстати, эти автомобили могут иметь в наличии то, что мне нужно. Еда есть как бы? Блять, я ничего сурового не ел, что он заблевает? Опа, нихуя, хранилище. Прикольно. Сука, ну сука какая, а? Ну все тачки залутанные полностью, ну почему, ну как же так-то, а? Понимаешь, полностью залутано все. Нравится тебе, блядь? Там ебасосина была, я слышал звук. Да. Правильно, падай, блядь. Даже если я челика встречу с таким пингом, это нереально. Мы будем телепортироваться друг от друга. Будут танцы в лагах, понимаешь?
Бля, почему все машины пустые? Я ни одной свечи ничего не могу найти. Это крайне странно. Бля, подъебнуть бы снова кого-то хотелось, на самом деле. Какого-нибудь чебуречка. Может, здесь кто-нибудь еще есть в этом райончике? Нихуя, посмотри. Абсолютно все тачки не несут в себе ничего. То есть полная хуета получается у нас. У нас есть просто фонарик, кстати. Флешлайт, большой фонарик. А включить его как-то могу? Девяносто восемь. Ну, как он включается, нихуя непонятно. Вот большой фонарик у нас есть. Батарейки 98, 2. Убрать, выбросить. Для работы потребуются батарейки типа D. О, нихуя, тут чат есть. Конвоем приедем. Либо шим-жим-жим, либо туннельным зрением чат не видит. Либо сосредоточен на комментариях. Чем стволы чистить? Ёбаный свет. Шимору, хоть привет своим тигриным львам скажи. Шим, мы уже выехали. Да ёбаный свет! Блять! Привет тигриным львам. Сука. Я их хочу найти отпиздить, а они мне привет придают. Заебись, блять. Ну, блять, ну так не играется вообще так. Ну, чё вы начинаете-то, блять? Я не виноват, если найду кого-то, блять. У меня тут цель вообще-то. Я хочу зарядить кого-то и ограбить его. Плоскогубцы мне, пожалуйста, блядь. Надо организовать с кого-нибудь. О, водичка. Это что за нахуй? Это пизда карте. Это багуля. Да, это пизда. Тирейн заглючил, видишь? Туда можно провалиться и пизда персонажу. Это адская ловушка. Здесь нужно встречать орду зомби. Они будут бежать радостные, блядь, и падать вниз. Это ловушка. Кто-то дырку сделал, блядь. Редактировал нахуй. По пьяни, блядь. Разработчик! Чекай! Мискликнули нахуй. Утопили Тирейн. А нам потом выживай, блядь, в этой залупе, нахуй. Ни плоскогубцев, блядь, ни людей, нахуй. Еще и дырки в дырках у вас игра, блядь. Сука. О, нихуевый такой особнячок, блядь. Нарисовывается на горизонте. Возможно, там живет хуй с плоскогубцами. Давай попробуем чекнуть. Если хуй с плоскогубцами в наличии этого в этом доме, договариваться не будем, ограбим, нахуй. Предлагаю так. Домик красивый такой, нихуёвый, смотри, двухэтажненький. А может быть, что-то там да есть. Все деревья вокруг вырублены, видишь, пеньки стоят. Это значит, что молодой человек организовал себе хату. Да, пеньки. Либо кто-то защищался, выживал в этом доме. Я не думаю, что я могу кого-то встретить. Да, видишь, пеньки. Соединение прерв... В смысле нахуй? Нет. Значит так, братишка, походу сервера не справляются. Большой поток и наплыв у нас. Но, а я думаю, что на этом мы серийку закончим. Посмотрим, что будет дальше. Дом ничейный. Игруха мне безумно нравится. Я хотел бы в ней разобраться побольше. Вот. Почему у меня всего одна смертей написано? Непонятно. Вот, поэтому пиши мне, что ты думаешь по этому поводу. И, возможно, я поснимаю тебя еще, потому что очень хочется разобраться полностью. Как застроить дом, как вот этим всем заниматься и так далее и тому подобное. В общем, пиши. Мы увидимся с тобой на новом видео. С тобой был я, Утес Шиморо. Пока-пока, это был Survive the Nights.